нему. То есть сколько лет здесь хожу, гуляю, ни разу не показывал никому. Магазинчики с этими сувенирными магнитиками. Серебро. Сумочки. Одежка. Да, кстати, я сниму всю улицу. То есть полностью вот это вот начал видео от начала. И в конце улицы я закончу это видео. Это, кстати, новый город. Следующие прогулки, когда меня опять отпустят на полдня на почивку, сниму старый город. Опять серебро. О, магазинчики, чехольчики. Ножи. Клевые. Пацан так посмотрел на меня, аж думал, выпрямится. Топор снимает скрытая камера. Да. Погода сегодня еще хорошая такая. Солнце жарит, но не печет, такой ветерок как бы остужает. Все гуляют на прогулочке. Ягоды. Цены не скажу, потому что я их не знаю. О, вот здесь вот вкусный дюнер. В том году мы здесь постоянно покупали дюнер. Я сейчас, правда, в другом месте беру, там вкуснее. Но здесь, смотрю, повара поменялись, тоже вкусно. Уличная еда начинается. То есть перед этим были только магазинчики в основном, а сейчас, начнутся рестораны. А вот здесь вот дискотека Help. Она как бы считается самой крутой здесь. В принципе, неплохая такая. Там были вот рыбка всякая разная. И вот их уникальная пицца на толстом корже. Эй, заблудился, тут забаррикадировали. Кафешки, кафешки. Людей, конечно, мало, потому что сейчас основные все на море. Это вот рыбка, это цаца. Мелкая во фритюре. Такая вредная, такая вонючая, когда ее жаришь на кухне, все воняет. Барашек жарится. Их на вертеле водичкой крутятся.
Вот еще один барашек. Официантки с Гедона. Вот и сейчас будет сам Гедон. Вот он. Здесь крутая дискотека на свежем воздухе, потому что вот этот хелп, который перед этим я показывал, это закрытое помещение, а тут открыто. Курс в том году был лучше. Палатинки. Много-много нутеллы. Болгарии как-то любят еще эти палачинки с нутеллой. Это. Вот опять же палачинки. И опять же много нутеллы. Да, рестораны вот сейчас пустые. Так, я не знаю, как качество камеры получится, потому что тень солнца, камера, наверное, не успевает воспринимать. Много, наверное, ничего не видно, потому что я в нее не смотрю. Я смотрю под ноги, потому что как бы вроде бы и асфальт, но бывает в ямке. Вон море. То есть веселая улочка как раз находится на берегу моря. Аттракционы. Почему-то они закрыты, не знаю почему. Может, это просто вечером работает. Кстати, я только в этом году увидел, что они здесь есть. Ну, просто в том году я особо не гулял днем. Работал. Это сейчас у меня малкая почивка до 7 часов. Вот, вот это уже окончание веселое. Появляются магазинчики уже поболее, поцивильнее. Опять же море, Моретто. Бытовые товары. Вот, за 3 года хоть раз сделал полное видео на самой улочке. Правда, это днем. Можно будет направить еще вечером видео. Направить, в смысле сделать. Но я так уже болгарский не выучил, но русский начинаю забывать. Все, веселая улочка закончилась.